Короче, он котик сегодня просто, да. Я сегодня так, подожди, светилась. Это он. Так а что ты не рассказал ребятам? Зачем? Я не хочу хвалиться. Да ну почему бы не похвалиться? Короче, сегодня. Это он прочитал твое что? Introduction. Начало моей research paper. Работы вот об этом. Чуть-чуть из того, что я сегодня читала. Угу. Тебе вода может быть? Все, он сразу прям, понимаешь, он дочитал, да, он вначале, когда сказали, короче, он дал 25 минут и потом сказал опубликовать в канве. За, я тебе сегодня открою канву, ну или там покажу. Почему он решил, что твое лучше? Потому что он сказал ребятам разбиться на группы по 3 человека, когда мы все опубликовали их, мы опубликовали в общий чат. Сказал разделиться на группы по 3 и выбрать лучшее. Все проголосовали единодушно. Принято, блин. Подожди, из твоей группы или из группы? Из моего всего класса. За твое проголосовали? Да. Он сказал, теперь, говорит, когда вы каждый свое обсабмитил, прочитайте и выберите типа лучшее. Говорит, чтобы вам было легче обсуждать, это же сложно выбрать. Говорит, вы можете на группки поделиться по 3, по 4 человека и обсуждать, что лучше. Но потом, говорит, мы типа выбираем лучшее в классе. Ну все, я сижу, ковыряюсь в своих бумагах. У меня же уже по этой research paper, еще один research paper уже готов, блин, из того, с чем я работаю, да? И он такой говорит, первый типа стол, кого вы выбрали? Ну я слышу, Марина, думаю, идите нахуй. Второй, Марина. Они, короче, все выбирают меня. Он находит меня, в общем, он же всех видит, так же, как и мы, да? Он находит и начинает читать, глазами бегает так, ну, типа, потом такой говорит, окей, а они, типа, прочитать громко, да? Ну, уже лицо у него уже выглядело, котик, не как все блондинки, да? Он прочитал это, и потом так, отступая от этой фигни, перед которой он выступает, ну, перед трибункой, как бы, да, такой сразу... Вы, наверное, были доктором, да? Я говорю, нет. Это написано, типа, медицинским языком, как, типа, как работа. How medical article. Я говорю, ты можешь публиковать это уже. Я говорю, нет, говорю, я просто, говорю, типа, разбираюсь, с чем имею дело. Он такой, хорошо, я хочу посмотреть, он все там, короче, все ему понравилось, вот не понравились только эти 10%. Но мне кажется, что здесь сыграло, да? Надо было немножко подперчить. Да. Я головой покивала, блин, все, одобрили. Короче, кот, ну я тебе просто дам посмотреть, что ребята написали. Да. И потом он такой походил, пошорхался, раз пришел, да, на стол мой посмотрел, у меня же бумаг, ну вот как у Антоши на этой фотографии, да, и везде там неврологи, этот артикл медицинский, этот, ну короче, человек в работе, короче, да, он походил, раз, опять сзади зашел, you okay? Я говорю, I'm fine, thank you. Он шорхается дальше, да, что-то пошорхался по классу, кто-то там что-то пишет. Он опять походил, такой, я могу взглянуть на твой outline? Это тот план работы, да? От outline он пошел принимать валерьянку, потому что он понимает, что это будет нормальная работа, которую мы впоследствии опубликуем и заработаем денег. Он такой, я говорю, you think it's short? Потому что все аутлайны порасписывали, там на 500 типа каких-то там букв. А у меня, блин, нормально на две части разбито, что вот это, вот это, вот это. Ну, no, I think it's great. Короче, он прям там бедный задыхается, говорю, ну я имею вопросы. I open, типа, поговорить, ну давай поговорим. Присел возле меня на корточке. Саша, на пусть мой. Я ему начинаю говорить, что говорю, понимаете, говорю, я прочитала, говорю, порядка 6-7, говорю. 6-7, говорю, работ. Называю докторов, которых написано, прочитала. Говорю, плюс я нашла, говорю, работы моего неврологиста. Да. Говорю, кстати, ну, говорю, я случайно нашла, но мне стало интересно его умозаключение на эту тему, я прочитала. Говорю, ну нигде нету конкретно, говорю, никто не подводит итог. Итак, если не есть шоколад, ваши настолько, типа, да. Он такой говорит, типа, вы так серьезно относитесь к этой работе, да? Ну, короче, он уже, наверное, сам бы хотел расслабить бур.
Я говорю, ну я не могу найти информацию. Он говорит, хорошо, пришли мне на e-mail все эти артикли, я почитаю. Говорит, и мы с тобой, говорит, поговорим на эту тему. Я говорю, мне неудобно вас напрягать. Он такой говорит, я типа буду иметь типа длинные выходные. Я говорю, ну так это же, говорю, выходные для семьи, говорю, а не для чтения. Я говорю, я постараюсь, но если я не найду, говорю, конкретно данных, потому что у меня одно и стоит из, в этом аутлайне, да, что я хочу прописать, насколько это улучшает типа жизнь человека, да. Я говорю, я могу это изменить. Он говорит, ой, что вы, это типа, ну что ты, это твоя работа, ты можешь здесь менять все, что хочешь. Я говорю, я могу изменить впоследствии мой план, говорю, или уже если я вам показала этот аутлайн, то я должна именно так сделать. Он говорит, нет, ты типа можешь менять все, что хочешь. Вот пока он там шорхался дальше, нас в классе остается 4 человека, пока он шорхается еще дальше, нас в классе остается 2 человека, да. И я открываю еще один научный труд 10 человек, и я нахожу, да, что люди реально не поленились, они провели очень большое исследование на 50 людях, их разделили на группы, кто-то не ел это, ну, короче, я вот нашла то, что мне надо. Ну, и я такая уже дождалась, он с этим мальчиком практически договорила, я уже смотрю, что вас можно, ну, уже надо бежать мне, да, ну, за ней же не буду стоять как бы до последнего, да. Я говорю, извините, мистер Кляйн. Он такой говорит, что такое? Я говорю, вы знаете, говорю, я нашла другой медицинский артикл, говорю, и здесь есть эта информация. Он говорит, скажи мне, где ты искала? Он же загоняется, чтобы это все было наконец орг, иду или говор. Ну, чтобы government это выпустил. Я говорю, это, говорю, ресурс из нашей библиотеки, говорю, он из датабейс. Говорю, там все орг или иду. Он говорит, хорошо, тогда ты можешь эти данные включать в свою работу. Да, зайчик. Да, ну и правильно. Чего Сашка не будет? Первое. Боже мой. Просто уже нет. Я поняла, Сашенька. Ну не кушай, зайка. Второе мне вообще-то это качество. И второе не голодное. Да? Ну его. Майк нет. Не страшно. А это просто ужасно. Чего? Правильно говорю, что ты, во-первых, сюда пришла. Короче, страховка, счет не пришел еще. Страховка студенческая покрывает только 50%. Зай, ну если 12 тысяч разделить на пополам, это 6. А если она несколько дней в госпитале провела, то это может быть, допустим, 30 тысяч разделить на пополам. А вот. Так что страшно? Зай, она плохо выглядит, она ходить не может. Ей очень болит, она за уроки принимала там таблетки. Я говорю, да подойди ты к нему, говорю, твой парень, говорю, сейчас учится. Она говорит, нет, говорит, он типа меня ждет, шорхается тут где-то рядом. Ну, у него машина есть. Я говорю, пускай он сейчас заберет, говорю, едь ты домой, говорю, ну нельзя в таком. Она говорит, я боюсь, говорит, потому что, говорит, когда я за ту неделю, что она была в госпитале, ее с одного класса уже отчислили. Она говорит, сейчас я принесла подтверждение, что я была в госпитале, и там будут, короче, ну что-то делать, мутить, короче, наверное, ее восстановят или как. Или ну должны что-то установить. А вот. И, в общем, я говорю, ну подойди, говорю, ну он же классный мужик, говорю, вспакни, говорю, он тебе, говорю, еще и сам запишет это все до конца, говорю, и ходить не надо будет. Она прям сидит, и она вздохнуть не может. Ну и, короче, она сегодня уже сидела там передо мной, она даже еще не думала, это research paper, о каком-то написании, да. Она выбирала, говорит, я буду писать о еде, и типа как еда там с похудением. Короче, она в Казахстане, она мне написала это лекарство, да, но я его поищу. В, короче, в состав его входит мерфентамин. Короче, какая-то вот эта хрень, да, она говорит, я типа его купила втайне от родителей, я типа за 10 дней похудела там больше, чем на 10 килограмм. Ну, короче, какая-то страшная вещь. Я говорю, ты понимаешь, говорю, какие говорю, для тебя последствия могли быть, говорю, что за какую-то фигню, типа, говорю. Оно, типа, когда же нелегально там продается. Ну, говорит, не очень хотелось, типа, чтобы я была совсем странная. Вот она худела с там, 50 с чем-то до 42, как она сейчас. Мой взгляд, говорю, у тебя вообще уже, говорю, начальная стадия анорексии. Говорит, куда тебе еще худеть? Ну, говорит, у нас, типа, с этим очень строго, чтобы женщина. Да, сюда. Да, сюда.
И она такая, ты понимаешь, я не могла похудеть. И я, короче, решила открыть глаза, она не могла похудеть. И сейчас я тебе что-то покажу, говорю, пристегнись. Я ей показала фотографию, она вообще мне не верит, что это я. Она говорит, так ты ему показала и тебя со я мной. Я говорю, я подготовилась, говорю, блин, к нашему разговору. Я что, говорю, знаю, о чем мы говорить будем? Ты скажи, ну, детей может, видишь? Говорит, видишь, это может твоя видишь. Сестра. Все думают, что моя сестра, внешность немножко ж похожа, да? Она такая, ну нет, и что, ты ничего не... Я говорю, ничего я не принимала. Говорю, я принимала, говорю, мало пищи в себя. Говорю, вот и все. Говорю, если бы ты закрыла рот, говорю, то ты бы точно так же, типа, скинула. Ой, ну я не знаю. Ну, короче, когда я уже уходила, он мне в спину такой, типа, счастливого дня благодарения. Я говорю, спасибо, повернулась ему. Он еще с этим мальчиком договаривал. И потом такой говорит, есть ли какие вопросы по работе или что? У меня есть офис-часы, типа, когда можно приходить. Я говорю, ваши офис-часы совпадают с моими парами у профессора Бритска. Я не могу, типа, пропускать красы. И он такой говорит, тогда мы можем перенести, потому что, типа, я хочу, чтобы все написали, типа, работу хорошо. Типа, я могу вечером задерживаться, я могу утром приходить, всякое такое. В общем, заверил всех в поддержке, ну, всех меня, получается, и этого мальчика, что он готов нас поддерживать. Да, давай я на этот вот лоб, что ты делала, поставлю твою фото. Хорошо. Нет, ты сама... Ставь там, подожди, где подожди, я... Подожди, подожди, подожди. Вот в этом, где я вот в этом... Нет. Нет, там, где я индейку держу. За... А вторую вот это, где я на Фейсбуке, такой, где я в черненьком костюмчике. Ну, конечно, конечно. А, все, хорошо. Понятно. Так подожди, Зак, я еще про толстоту не делал. Я говорю про влог, там, где ты на диване сидишь, я тебя серию фотографирую. Зак, ты там, ну, ты там именно в учебе и такая руками разводишь, и я напишу, как же сказать, R или L? Большими красными буквами там тебя видно. Зай на носков. Я хорошо, вообще зай. Всегда думала, зай. Что, допустим, всем в колледже все равно, как я одеваюсь. А миссис Брикс, я тебе дам эти вещи почитать, которые она пишет, что я вижу о том, что у вас типа такой склад ума, там характера, потому что я обращаю внимание, как вы одеты. Ваша одета все время строга, но при этом типа формально, там, ну, это там дальше передают. Зай, давай. Я думала, что никому нет дела до того, как я одеваюсь. Ну, я тебе сначала дам посмотреть. Хотел разрешение спросить. Ну как, Антоша, я сделал хорошо? Ну, очень хорошо. Я боюсь, что тут очередняк будет. Там он еще и ты мобайл ряд. После того, как я поинтересовалась у Амазона балетками леопардовыми, они у меня уже есть. Ну, они задолбали со своим фейсбуком и с леопардом. Зашибись, вот смотри, вот это типа самый умный или что? Получается. Вот, что это было? Или почему тогда этот стоит? Может, мы что-то не видим, не знаем, он как-то еще один там вылазит. Куда вот ты лезешь, ну? А почему этот человек никуда не едет? Он ничего не показывает. Может, он прямо ездит, а нам надо просто тупо включить. А куда тут делся на BMW заехал, куда? Они все тут зачем-то стоят. Это просто мы как взяты стоим за тем. Но куда тут на BMW сделал? Просто объехал такое его впереди. Такое ощущение, что он вперед уехал. Ну? Но он же не может вперед уехать. Ну, как-то он так, знал. Так, Квинс, ё-моё, открыт. Пошли туда. My life, it's my life, my world is mine.